Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть 7 Days to Die с модом Undead Legacy. В общем, сегодня мы будем бегать по заданиям активно, потому что то, что было в предыдущей серии, когда мы зашли в здание, а там на нас выбежало аж зеленый радиоактивный зомби, которого я, естественно, не ожидал от слова совсем, никак, никогда, вот. Ну, так рано, то есть на седьмой день, но это же жесть, жесть. В общем, что хорошего еще есть? Стальной меч. Да, нашел стальной меч. Дробовичок нашел. И прокачал арбалет. Теперь вот тетива тут установлена, он урона больше наносит. Наша дубинка, кстати, за 26,6 всего лишь такое себе. Вот, также немножечко... Немножечко что? А, да. Стальную кувалду нашел. Вот. Интересное оружие, знаю, играл с ним, но оно жрет много стамины, и у меня ее пока не так много, да и с кувалдой я бегать не хочу, мне нравится, что я могу дубиной станить. А вот, и вот еще что, нам нужна бетономешалка, банально, и дачки, ну, конечно, данные. Но бетономешалки у нас нету, потому что что? Правильно, нам нужны... Нам нужен двигатель. То есть данные мы как-то еще намутим, но вот двигатель мы уже никак не намутим. Вот, это тут всякие ресурсики на продажу. У нас идут, вот, и конфетки, кстати, карта сокровищ, давайте ее используем. Нашел еще вот такой вот напиток, дедушка настойка, плюс 10 на обмен. Здесь у нас еще плюс 10 на обмен, вот я не знаю, можно ли заюзать их вместе, типа, сразу две. Но вот это изучить нужно будет, то есть у меня просто данных нету. Также возьмем, сейчас, давайте, кстати, закреплять. Так. Тут, тут и тут. А почему? Потому что мы возьмем... Ну, драже удачи нам не надо. А прием сбор трофеев тоже. Это ресурсы нет. Вот локпики взять по-любому. Да, эти, кстати, слишком дофига я тут. Так, ты чё? Все, все. Давайте используем карту сокровищ. Так, карта сокровищ Клода. Понятно. Вот она, сейчас мы за ней сходим. Кстати, по поводу аирдропа, я не помню, где он упал, но после того, как я вышел, то есть я его не залутал, я вышел, и он к чертям собачьим исчез. Вот, а так у нас вот есть аирдропчик. Подожди, он же на карте показывается? Да, мы сядем на велик и поедем. Так, что еще новенького? Ну, тут вот сталь у нас пошла активно. Каску нашел армейскую, не знаю, пока юзать нет. Движок от баги, акумчики, все, в принципе, пока идет ха... Хорошо. Да, тут, в принципе, везде все хорошо идет. Да, детальки есть, все есть. Кстати, там он разбор идет активный. Скорее всего, да, вон фонарик сейчас что-то разбирается. Вот. И, в принципе, мы можем уже начинать мутить себе машину, как вариант. То есть у нас вот, например... Блин, 9 локпиков, я думаю, это дофига. Столько, насколько они весят? А, 0,9 всего. Вот, у нас есть... 3 мотоциклетных колеса, 5 автомобильных. И я еще кое-что узнал. Короче, трактор у нас стоит вот здесь. Вот мы сейчас, я вам на нем продемонстрирую. Так, давайте скинем. Столько локпиков нам точно не понадобится. Да, я вскрыл тот сейф, который у нас был топовый. Вот. И ничего там ценного не было от слова совсем. Так, погоди, а я взял все? Вода, еда, стрелы, да. Вот, есть маленькая, короче, фишечка. Я ее случайно узнал. Вот, потому что у меня было 3 колеса, стало 5. Потому что есть фишечка. Да, ну сейчас мы съездим, откопаем это. Вот, это колеса. Колеса автомобиля. То есть тут гарантированно есть 2 колеса автомобиля. Плюс также есть палатки, которые стоят на колесиках. Типа, я не знаю, как они правильно называются. В них тоже... Так, да, пролагай, пролагай. В них тоже колеса от автомобиля. То есть, в принципе, колеса автомобиля можно набрать дофига. И горку. Да, само собой. О, кто там? Ну, беги за мной, давай, я в тебя верю. Я в тебя верю... Мясо у нас есть, у нас яиц нету, в принципе, пока что. О, что-то подлагивания начались, непонятное откуда. Вроде до этого было все нормально, но вот подлагивания пришли к нам. О, привет, курочка. Спасибо, курочка. Там, кстати, сейчас вам продемонстрирую. Кстати, у стального меча урон побольше, чем у нашей дубинки. Да. Свежевание до десятки. Вот сейчас можем проверить это на вот этом малом. Иди сюда. Одним большим сильным ударом мы просто выкосили его нафиг. Так. На изи.
Тут кто-то орёт. А, это ты? Ну и ори дальше. Так. Я не хочу, я хочу качать дальше дубинку в надежде на то, что мы... Ну да, ладно, тут дубинка, я убил с одного раза. На дубинке тоже стоят моды, но не те, что мне бы хотелось, чтобы были... Я хочу кое-какие другие, естественно, моды на дубинку. Вот, и поэтому мы, короче, сегодня... Ну, тупо из-за ферла, из-за того вчерашнего. Ну, для вас вчерашнего, сегодня уже 9-й день, там у торгашей ресурсы обновились. Я парочку магазинчиков себе открыл. Ну, все, в общем, прекрасно. Вот, но из-за феррела кое-что... Блин, ни хрена себе. Из-за феррела произошло... Ну, это не феррел, кто он там? Радиоактивный зомби. Вот, короче, из-за того, что он такой топовый оказался, я вот не горю желанием от слова совсем сейчас с ними... Ну, то есть, мне надо понять, какие здания вообще для моего уровня сейчас. Я слышу тебя. Ага. А, я тебе руку отстрелил. Так, у меня очки сейчас на что? Вот, давай наденем на интеллект. Бонус добычи. Бонус добычи мы активируем уже, когда вскроем, наверное, клад. Тут же зона будет уменьшаться. В общем, давайте, сейчас я его выкопу, и мы с вами продолжим. Так, я его, кстати, уже нашел. Давайте еще очки переоденем вот это, потому что тут более топовый... Ты еще и закрыт. 50 уровень нужен. Хорошо. Я тебя услышал. Так. О! Фига себе. Ты что делаешь? Стоп. Да вот, блин, вот почему мышка не до конца идет? Написано же легко. Ну, лук нафиг. Тут есть серебряные слитки, патроны, куча всякого хлама. Порох, который мне, в принципе, нужен. А, ну да, тут же зомбаки не появляются. В общем, да, мы сейчас пойдем конкретно так по заданиям. Потому что надо идти по заданиям. Ибо без заданий... Да, кстати, книги, я не помню, надо их убрать. Так, где у нас задание вообще? Вот. Поехали по заданиям. Так как у нас, ну, надо вообще понять, что за твари сидят в зданиях. Какое здание 5 уровня, какое 1, какое 2, какого 3. Ну, то есть, с виду вроде обычное здание было, да? Ну, вот где зеленый выбежал. Да, лут там интересный был. И вскрыть его было тяжело, но все равно. Обычное здание, Карл. Обычное, мать его, здание. Ну, если бы я не сориентировался быстро... то я бы, скорее всего, там сдох. Просто пока я месил бы этого, меня бы окружили. Ой, кстати говоря, спасибо. Вот это вот мне надо. А, черный это уголь. Но все же. Так. Уголь нужен, потому что его, как оказалось, не так-то уж и много. Ну, вообще под базой у меня нету. То есть, ну, не под базой, рядом в моей шахте. Вот. А на патроны, на порох, он очень сильно пригодится. Поэтому, естественно, нам нужно больше угля. Ну и, конечно же, больше яичек. Так, ну иди сюда, иди. И, кстати, тут... Так, это можно переодеть. И тут раз на раз в плане патронов, в плане убийства, точнее, я не понимаю, в чем прикол. То есть за электричество, вот я убивал вне серии спокойно, то есть без каких-либо проблем, а зомби урон наносился. То есть, точнее, опыт мне давался после того, как они помирали после удара, ну, после того, как электричеством их добивало. Не знаю, как это работает и с чем это правильно надо работать, но вот так вот. И я забыл, кстати, с собой стероиды взять. Ну, типа, чтобы у меня дополнительно было... Я где-то тут яйца видел. Чё? А, вон. Чтобы у меня дополнительно был этот вес, чтобы можно было сотку накинуть в случае чего. То есть, естественно, я залутаю... Дом весь, а потом уже... А, тоже лутали. А потом не на запись соберу там все лампы, шлампы и все остальное. Вот. Ну и сегодня хотя бы 2 задания мы выполним. Потому что пока что кое-как, кое-сяк идет все. Кстати, в том мы помним, что там собака была. Так что надо быть аккуратней, осторожней.
Не забывай, что она за нами придет. Я не обыскивал этот отель ни разу, поэтому сказать, что там есть, я не могу. Вот. Но собачью будку я видел, а как я помню, да и в принципе смотрел много разных выживаний в Севендейсе с разными модами. Вот, что собака означает, что... Точнее, будка означает, что там собака будет. Да. Но отельчик, он, как я понял, не такой большой, но у меня есть дробаш, который может... Так, тихо-тихо-тихо-тихо. О, тут автомат есть. Возможно, он, кстати, нормальный. У меня уже есть на карте 2 или 3 автомата нормальных. Что, кстати, очень даже хорошо для меня сейчас. Здрасте. Так, у меня 104 килограмма. Два колеса автомобиля. А, ну да, я же два колеса автомобильных нашел. Велик не исчез. Уже хорошо. Ну что ж, пойдемте крошить лица. Так. Опа, Ферл. Угу, никого. Я лутать буду потом. То есть сначала мы активненько выкашиваем всех. А потом... Вон там я уже вижу 100% кто-нибудь будет. А потом уже идем лутаться. Это зомби. 100%. Опа. Все, песель готов. А, фикси. Так. Естественно, режем собаку на куски. Так, ну, пес это был самый страшный. Ёпта! Кто-то здесь был. Она откуда вышла? А, там же кровать. Угу, здесь проход наверх. А, там прохода-то нет, значит, здесь карабкаться. Стоп. А птицы где? На крыше птиц нет? А, это ты там шумишь? Сейчас, погоди. Хорошо, что я... Это я. Хорошо, что я, это я. Да, хорошо, что не попал по мне. Так, там вон этот прыгает. А, я же говорю, птица это... Птица. Хитрожопая птица. Так, я вот подумал, я не хочу... А, ну, блин. В принципе, у меня лестница есть, если так подумать. Сколько у меня сейчас лучше стоит? 50. Вот есть военная база, которая вон там. Ну, или что-то там оружейное, не знаю. Вот, мы туда пойдем лутаться. Ближе к 65 и к 70. То есть 44. Ну, я еще прокачаю поинты. Кстати, у меня есть поинты? У меня 2. Прикольно. Так. Разбор бы взять в идеале. Но это я не хочу пока качать. А вот это вкачать в идеале. Давайте силу вкачаем до 6. Во. Все, теперь... Это, а это на каком? На 7. Вот, я хочу добычу сделать, чтобы у меня добывалось больше. Ага. Никого. А где основной лут весь? Походу, вот за этой дверью. Боя, дурачок. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Там еще ползающий бегает. А это он? Ты наш?
Походу, ты с нами был. А, все, я... А, вот основная лодка. Тут закрыто. А как мне... А, стоп, подожди. У меня есть хитрожопый план. Тут спуск вниз есть. А, это ми... Это, стоп, это дубинка. Все правильно. Тут я уже залутаю все потом. А-а-а, ясно. Кто тут сидит? Эти моя золотце. Все, готово. Так, дай мне стрелу. Давай, одеваем очочки. У нас сразу же 50. И мы начинаем лутаться. Ну, это все фигня. Еда, кстати, что у нас по еде? Кошачий корм использовать. В смысле? Фух, я уже думал, я разобрал. Использовать. Он нас не дает никаких бафов нам, поэтому от него толку ноль. Обыскиваем быстро, естественно, все. Забираем все, что к полу не прибито. Так, водичку. Водичку пока собираем. Там можно колодец построить, как я понял. Вот, и типа... Что-то темно стало. Можно влепить колодец, и тогда вода будет сама набираться. Что я считаю топовой темой, но пока что до колодца нам далеко. Хотя нет, почему? Там лопата нужна банальная, и все. То есть, вроде как колодец... Это чертеж чего-то нашли. О, красный чай, спасибо. Мне как раз данные были нужны. Может, сейчас еще данных наберем. Так, я это сейчас соберу, а лампочки, уже шмампочки, мы соберем все потом. Тем более, что-то тут у меня и не пахнет. Как и телевизоры, я соберу потом. Ладно, тут я ничего собирать не буду. Я соберу это, как я уже сказал, потом. Так. А, ну тут можно упасть. Тут же этот. Сейчас самый основной лут мы зачекаем, а весь мусор я уже потом собирать буду. Вне записи. Ну, потому что что-то можно найти. О, тут вот нормально лут. Катана. Ну, по сравнению с мечом, а у него урона больше, чем у меча. Причем меч Д, стальной меч. А это стальная катана против стального меча. Окей. Сундук забираем, само собой. Я просто хочу сейчас выполнить как можно больше квестов, чтобы, в принципе, понять, что торгаши нам могут дать. Да. Что же такого торгаши нам могут дать? Вот мне интересно, что торгаши нам могут дать. Точнее, рассказать нам... О, это дверку открыть. Самое хреновое... Так, самое хреновое, что сундуков нет. Так, и в итоге, что у нас тут? Да у нас всякий хлам, тыква, скотч. Еда, которая используется. Я, которая используется, не юзаю, потому что, ну, она же используется где-то. Правильно? То есть мы ее где-то потом заюзаем. Вот. В общем, ладно, сейчас я тут... А что ты не открываешься? Так тут же... Ладно, сейчас я остальное полутаю и вернусь к вам. Короче, я тут в тачке вот что нашел. Да, случайность, рандом, банальный первый этаж лутал. И такой хренакс, а в тачке неплохой лут. Так, автомат не рабочий. Как красиво, да? Да ё-моё, там что-то где-то лупит. Это ты, что ли? И твои друзья? Тут закрыто? Сдохну. Ладно, плевать. В общем, ладно, продолжу собирать. Просто я увидел молоток синий, и меня обрадовало, и решил вам показать. Так, ну, в принципе, все, я все залутал. Можно сваливать этих и грусти. Перегруз нехилый. Ну, я телеки все забрал хотя бы. А тут заправки... Да, отродясь не было. Ну, и тачка, естественно, не лутается, да? Ну, само собой. Разбирать я при этом все потом, потому что, ну, зачем? Сейчас просто отметим разбор. Да, где он там у нас? Вот и все. И погнали. Торгашу за наградой. Да, вдруг третий тир дадут. Хотя мы еще второй тир не копали, поэтому фиг его знает. Оу, дерево. Вот, поэтому без понятия, что там будет. Но нам надо еще на базу скинуть все, на разбор телевизора, чтобы они с нам
нам с них шли данные, как раз таки. Они как раз подразбираются, и мы дальше пойдем с вами ресурсы собирать. Вот, в общем, да, конечно, прокачаться, я неплохо прокачался, судя по ресам, какие я набрал, сейчас как раз покажу. Там кастетик вроде нашел, но он мне банально не нужен, я его и использовать-то и не буду. Поэтому, само собой, кстати, ящик лежит. Я вот не помню, я его лутал или нет. Надо обязательно посмотреть. Ворота бесят. Даже закрывать не буду. Ну, придут так придут. Че, у меня есть дубинка, мы их встретим. Вон там стоял грузовик, вот такой, разобрав его, я получил с него кевларовую нитку. То есть, есть смысл разбирать. Прям вот. А, разбирал, да. Так, давай с пинтиком. Че, серьезно? А бейсбол, железная труба и бита? Возьмем железную трубу. И то только чтобы продать. Это что? Отклониться. Какая еще зачистка? Нет, подожди, это неинтересно. А-а-а, интересно, вообще-то. Вообще-то интересно, вот это вот. Восстановить питание 7,2 километра? А, ну это ночью задание. Ты что, братан, попутал, что ли? И 9,4 километра восстановить питание. То есть вот эти два расстояния означают, что как минимум это два торговца. Но я хочу вот это зачистить. Тебе повезло, братан. Тебе просто повезло. А, можно купить книжку за 1400, но чисто на данные ее разобрать. Я, кстати, не смотрел, что у нее новенького появилось. Вот мне нужны такие нитки. Мобильность плюс один. Ее можно прокачать, и она будет давать больше мобильности. Лезвие. 10 наносит кровотечение раны при обычной атаке. Но у меня меч есть, мне не надо. Но вот катушечку я бы купил. Так, мотоциклы два типа. Оба по одинаковой цене. У этого только грузовые слоты больше. У этого расход 1,5 на километр. А у этого 1 на километр. Да уж. Так, тут что мне надо? Вот это я бы взял, но не хочу. Цемент я бы взял, но у меня просто нет цемента. Вот это я бы взял, конечно же. Но да ладно, давай смотреть, что еще у тебя есть. А почему в домашнем фугасы жестянки? А, уже 4, нагрузка 5. Фугасы под контролем сладкой, ага, сладость или гадость. Так, у него есть СМГ-5. Я как-то смотрел, вроде как-таки прикольная штука. А, дробовики не хочу. Это я и так крафчу. Железный нагрудник мне не нужен. Налобный фонарик тоже не нужен. Вот том охотника взять. Нет, вот я бы взял вот это. СМГ-шечку. Стол исследования 2. Вот, можно взять СМГ. Но для СМГ нам надо просто взять и... Да, трубу я вот эту не буду продавать. Меч я тоже продавать. Наковальню. Ну, блин, оставим. 19 телеков, естественно, оставим. Так, кассовый аппарат идет нафиг. Кофейка, это. Что это? Спасибо, не надо. Не надо. Ботинки не надо. Это ботинки тоже не надо. У нас ботинки просто уже есть. Кофта с определением холду. Неплохое, оставим на будущее. А будущее скоро наступит, поэтому, само собой, оставляем. Так, вывеску продаем, майки, юбки продаем. Вот, кастетик, мы сейчас его на разбор. 2001. СМГ стоит 2200. У нас есть серебряные слитки, но я не хочу их продавать. Давайте продадим то, что 100% нам не... А, вот, три лампы. 2051. Давай еще самое ценное, что у нас. А, бабки, точно. Можно продать бабки и купить СМГ. Да, все, спасибо. Так, используй. Просто нам надо понять, есть ли смысл нам что-то копить. А где кастет? Вот кастет. А, ты что мне скажешь, друг мой? А, ну, кроме того, что у тебя есть топор, который мой лучше аж хрен знает во сколько. Контейнеры, кстати, по 700. А, нагрузка 20. Хранилище 32, 700. Офигеть. Нет, спасибо. Ну, шмотки тоже, спасибо, не надо. Вот, что тут хорошего? Это магнумовский том, вот. Научить создавать патроны 7,62, усиленные. 1400, это колесо гирокоптера. А, это леталки фиговые. Вот, что мне нужно. Износ. С этой модификацией оружие ближнего боя, инструменты в негодность на 25% медленнее. Вот это вот мы у тебя купим, братан, обязательно.
О, туманчик. Это мы у тебя купим обязательно, братан. И сейчас мы скинем все на базе. И пойдем лутаться дальше. Вот. Как раз таки сейчас все пустим на разбор. Попьем, поедим. В общем-то, в принципе, все пока гладенько. Дробовичок, я думаю, что в следующем противостоянии дробовик меня очень сильно спасет, если мы внезапно нарвемся на Ферала. Ну, не на Ферала, а на эту хрень. Обожаю эти баги. С деревьями. Красота просто. Бутылки, кстати, вот с чистой водой опустошить нельзя. Их вылить некуда. Из-за чего происходит проблема. Кстати, вот мы можем тут... О, титану сделать один слиточек. Ну ладно, пока не будем ничего делать. Как и здесь, в принципе. Давай, давай. Так, тут как дела? Тут у нас вот хорошо дела. Вот тут можешь поприготавливать пока что. Так, скидываем все лишнее сразу же. Давайте сразу починим. Вот она сейчас стоит 163. Ремонт. 330 за какую-то гребаную синюю трубу. Меч 52. Стальной меч 210. Пойдет. Кстати, давайте сразу запустим наш разбор активный. С компьютеров начнем. 6 данных. 38 данных. И 2 данных. Неплохо. 2 данных. Неплохо. Да, у меня тут вот семена всякие. О, наковальни уже две. Я, понимаете, если они мне не понадобятся, я их банально разберу. То есть проблем с этим нет. Кстати, как там у нас дела с болтами? Давай с собой возьмем немножко больше. Да, я тут вот немножечко разобрался. Как... Да ё-моё, мне эта свечка уже, если честно, в одном месте. Где ты? Причем, если ее вот отсюда ставить, то она на бок ставится, не пойми куда. Вот. Так, тут мы скинули все. Давай вот сюда. Вот сюда. Так, в еду. Еды тут, конечно, да. Еды тут дофига. Кофе уже девать некуда, потому что реально некуда девать кофе. Банально. Так как я уже все, что можно залить, залил. Так, сливаем остатки. Тут пришлось немного взять водички, потому что она понадобилась. Так, это мы забираем, это мы тушим. Тут нам готовить, в принципе, нечего. Так, это на разбор. Так, где там у нас? У нас где-то вот здесь вот, да? Вот зимняя одежда. Так это лучше. Это мы тогда продаем. Вот это оставляем. Это вот на продажу идет. Да, там, кстати, облутал медкомнату. Как ее правильно назвать? Медкомната, не знаю. Короче, медицинскую фигню облутал, медицинскую больничку. И там я нашел неплохие, кстати. Ну, вообще, что я несу, какие неплохие. Фуфло я там нашел всякое. Из ценного там не было от слова совсем ничего. Что, кстати, очень сильно печально. Так, у меня 103 данных, 439. Мне, в принципе, уже можно более-менее начинать что-то делать. Так, вот, минералку мы сейчас сольем. Вот, последняя как раз канистрочка. Так, кофту мы скидываем. Краны мы разбираем. А что, мы сюда не закидывали? Ничего, нет. Вот этот автомат мы поставим где-нибудь. А, прям вот здесь. Под новую минералочку. Так, ты идешь сюда. Так, ты скидываешь сюда. Драк. Куда скинуть драк? Давайте сюда. А давайте вот сюда его скинем. Так, это нам не надо, это на еду, это на еду, это не надо. Кости никуда не скидываются банально, потому что им некуда скидываться. Так. А что тут, нету латуни? Да, латунь кончилась. Так, лесенки скидываем. А где... А, канистра, походу, ушла в небытие, да? Да, канистра ушла в небытие. А кости не скидываются, потому что они все уже давным-давно перемолоты на муку. Так, нам надо поесть... это все есть, отмычки есть. Так, кстати, я понимаю, что мне все равно столько не надо. То есть у меня вот это я бы взял в идеале. Я бы взял вот это в идеале и заблочил. Все, погнали в новый дом, смотреть, что там, с чем это едят. 58 килограмм, а чего я такого лишнего-то взял? 58. Мне починить ничего не надо, в принципе. А, вне серии я уже там полазю, поразбираю все, что к полу не прибито.
Ну и когда будем делать тачку, естественно, надо будет залутать вот это здание. Без понятия, какой это завод уровня. 2-го, 3-го, 27-го. Его надо будет залутать только, кстати, потому что... надо. И, кстати, проблемка появилась. Тут этой проблемки нету. В общем, зомбаки отспавнились. Рядом с базой маленькая зданица, которая... Вот. Там отспавнились зомбаки. Какого-то хрена. То есть я зашел туда, чтобы тачку разобрать, а они там лежат. И я как-то напрягся, потому что я-то их не ждал, от слова совсем. А они там есть. О. Понятно. Вот, то есть они там отспавнились и... Ну, я не... у меня была дубинка, поэтому я их, в принципе, выкосил быстро. Так, а еще, кстати, мне книжки нужны. Как бы это банально не звучало, но у меня нет книжек. То есть книжек нет вообще. Но тут, кстати, да, тут на книжки можно не рассчитывать. Чисто вот взлом прокачиваю. Офигительно. 25%, кстати, уже. Но я думаю, что 25 это мало, от слова совсем. Потому что у меня только 6-й. Да, у меня только 6-й, банально. Что за здание сейчас будем лутать? Без понятия, если честно. Хоть интересно, но непонятно. И кажется, я знаю, что мы за здание сейчас будем лутать. Это наводит на меня легкую... А, нет, не то. Я перепутал. Вот я бы парковку залутал. Там и тачек много, и всего остального. Опа, это что такое? А, ё-моё, я уж испугался. Я думал, это разрушенное здание. Опа, нифига себе. Опа, раз. Опа, два. Серьезно? Мне, кстати, не хватает книжек, 17 штук вроде бы, для того, чтобы прокачать стол наш с книжками. Так, ну погнали, чё. Здрасте. Я ваша тетя. Очень приятно. Никого. О, вон тетя стоит. Громко. Тут сейф. А, кстати, что у меня сейчас? Мне вот это надо одеть. Тихо. Ты что так делаешь? Нам тупо надо зачистить область. И все. Мне кажется, что это какая-то херня сейчас появилась. Не вставай. Как сыкотно. Неудачненько, чувак. Так, я вижу княженцы.
А, типа можно было залезть по лесенке. Но я думаю, что второй этаж нам покажет сейчас. Кто здесь главный? Я кого-то слышу уже. Он вот здесь вот. Тихо. Не пали контор, братан. А что дальше? Убийство 15. И это я облутаю чуть позже. Но я не вижу смысла сейчас это все лутать. Почему? Правильно, потому что у нас очки не на опыт. Так, тут кто-нибудь появится? Этаж прогружается, типа? А это еще даже не финал. Вау. Ай-яй-яй, давай, подходи по одному. Кто на новенького? Опа. Так, ну, во-первых, я нашел прикольный лут. Так, куча мяса. Неплохо. Тухлого, конечно, но все равно неплохо. А, плевать на них. Так, тут княженцы. Ага, тут какой-то триггер сработал. Тихо. А мы в это здание не заходили или заходили? Так, вернуться к торговцу, все. А ты типа не считаешься, что ли? Пошел вон отсюда. Так, ну с высоты птичьего полета я как минимум вижу, что там ни хрена. Так, давайте осмотримся. Вот куда я хочу сходить. Взлутать сначала вот это здание, а потом вон военная база. Там дофига будет лута, я уверен, процентов на 100. Так, давайте переодеваем очочки и понеслась. Ну тут мы уже сейчас обыщем все хорошенько, ибо нефиг. Блин, ну это мне не надо. А конфетки на лут у меня нету. Кстати, вот тут вот мне нафиг уже ничего не надо, потому что я уже собрал полный сет, ну, то есть электричество. Но тут есть использовать, да, конечно, техноманьяка мы нафиг нам не нужно. Медикаменты мы забираем, хоть они тоже нам эти нафиг не нужны. Так, тут что у нас? Понятно, косарь. Нет, я на дом перепрыгивать не буду. Нахрен мне на дом перепрыгивать. Естественно, я это здание облутаю. Ну, типа, воды я соберу и все остальное уже вне серии. А потому что зачем? В принципе, время мало. Может быть, успеем еще какой-нибудь квестик взять. Так, а нахрена сюда падать? Непонятно. О! Прикольненько. Так. Это я потом тоже сам заберу. Вот! Броня железная. Зачем она мне? Я уже ее нашел. Ну, типа, зачем мне еще броня, когда у меня уже есть? Так, тут ничего. Ну, типа, зачем мне это крафтить? Так, там где-то сейф есть, как мы помним. Как я помню. Так, там ничего.
И в лифте, кроме лампочек, тоже ничего. Мусорка. Нет, меня радует, что в мусорках стали попадаться чертежи. Это меня безусловно радует. О, сейф. Сейф мы сейчас попробуем взломать. Ребята опять сидят, ничего не делают. А, ну у меня есть для этого вот это. Я тебе обычной отмычкой взломаю. О. Ха-ха-ха. Прикольно. А, мачете. Стрелы. Мачете заберем. Не зря. Давай, второй сейф. Нет? О, книги. Точно. 2 бакса. Ну и на том спасибо. И на том спасибо. Что хоть что-то. Так, тут все. Здравствуй, дядя. Так, еще книжки. Ну, хотя бы книги. Хотя бы книги, потому что книги реально нужны. Что-то мне вести начало. Это, кстати, куртейка на бег. Но я, типа, не вижу смысла ее пока юзать. О, ну мачете нашли. Прекрасно. Мне нафиг не надо, но прекрасно. Долго там орать будешь? Мне стакан нужен. Вот что мне нужно. Кто бы что сейчас ни говорил, мне нужен банальный стакан. Всего-то стакан, да? Кстати. Нерабочий авто... Что? Стоп. А, я вспомнил. Блин, да. Я вспомнил, для чего нужна эта лестница. Я сначала думал, что это подъем наверх, но нет. Это не подъем наверх. Это... Вот сюда, да. Это мы забираем 100%. Я сначала думал, что это подъем наверх, но потом понял, что нет. Так, тут ничего нету. Блин, самое обидное, что все вот эти ящики, они поломаны. То есть... о, вот, кстати, сейф-то еще. Так, и тут еще. О! Это мы обязательно взламываем. Так, у нас... Я слышу тебя, друг. Все, добился своего. Ой, понарожает же в темноте. На мне мучайся. Так, тут все. Вот, тебя я хочу вскрыть обычной отмычкой. Чем выше у нас уровень, тем они хреновее, ну, тем шансов, что они сломаются. О, прикольно. Тем шансов, что... Ну, они ломаются медленнее. О! Блин, ну вот эта хрень, а вот это... точность лука. А, блин, я думал лука и арбалета. Но лука мне просто не надо. Просто лук, зачем мне? Так, давай смотреть, что в холле осталось. В холле ничего. В общем, ладно, сейчас я быстренько соберу телеки и продолжим. Так, ну, в принципе, я все разобрал. Лампочки я собирать не стал. Тоже сейчас отметим здание на разбор. И потом просто пробегу здесь и все разберу. Не буду сильно париться из-за него, да? И напрягаться. Ну, в принципе, неплохо. У нас, кстати, по чертежам. Да, у нас вот есть чертеж. Железная перчатка тоже не нужна, как и броня. Потому что остальное все у меня и так есть. Сейчас заедем на базу. Вот мне, кстати, что напрягает. У меня нет конфет на... Эй, живи. Нет конфет на увеличение стоимости у торговца. То есть, чтобы мы больше получали бабла. Так. Кстати, а что лучше? Ну, тут свежевание прокачивается. Толстячок, смотри, что. С
кстати, благодаря этому мы прокачиваем лезвие. А он дебил, который не знает, что это колючая проволока. Так, мы тебя облутывали? Нет. Да, но если тебя облутать... А, да, я забыл совсем. Как я промахнулся? Еще мне сказали, что типа стога собирай, они... Чувак, тут открыто. Стога собирай, они дают, ну, типа, разбирай их в кармане, они дают больше этого. Больше травы. Но я и так это знал, но спасибо. Все равно... Спасибо. Эй. Все равно спасибо, да. Все, тут больше ничего нет. Это обычные колпаки, да? Так, это обычные колпаки. А то есть колпаки необычные. Вот это, кстати, можно забрать с собой. Сейчас сбагрим это и все. Торговцы. Может, даже, кстати, успеем еще на один квест. Но домой все равно забежать надо, скинуть все. Это здание облутано было мною. Даже на запись, кстати говоря. Вот. Так что, в принципе, все в порядке идет. То есть здание второго уровня нормально. Даже когда пойдут третьего, я уверен, что там тоже будет нормально. Но вот то, что... Ну, зеленый реально меня до сих пор держит в таком легком стрессе. То, что я хочу залутать большой книжный. Естественно, это будет на запись, потому что, ну... Там же 100% будет много чего интересного. Вот, но вот то, что... Так, там пусто. Но вот то, что меня может ждать внутри, я немножечко очкую с этого. Так, это забер... Кстати, давайте сразу, пока мы на базе, кресло... Кресло мы забарыжим, что ли, ему? А, нет, кресло я продам потом. Так, я просто смотрю, что тут лишнего. Вот это, вот это. Это мы продадим, продадим, продадим. А это мы... Это надо, 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 надо. Так. Все, что ли? 44 данных? Ну, неплохо. 44 тоже хорошо. Вот, как-то так. Так, сейчас я быстренько буквально скину лишнее. У меня, кстати, изолятор вон лежит. Точнее, не изолятор, а деталька для изолятора. Топливо не попадается. Вот что обидно. Так, ну тут всякий хлам остается. Давай мачете отремонтируем. Железное, естественно. Винтовочку мы ремонтировать не будем. Винтовочку мы пустим на разбор. Да? Детальки даются. Ну вот и прекрасно. Шмотки мы тоже пустим на разбор. Причем зайдем в модификации. Да, а это типа она помогает бегать лучше. Ну и хрен бы с ней. Пусть помогает мне побую на нее. Так, я хочу взять денег. Ну давай, давай. Я хочу взять вот это все. И вот это все. И продать это. Так, у нас есть вот эта конфетка. И вот это... Не, бутылку я не хочу пить. Бутылку я не хочу... А, кстати, а для чего серебро нужно? Ну-ка. Рецепты. Серебряный слиток. Ага, ясно. Продали же тут. Пойдем. Сдадим квест, продадимся и пойдем дальше на следующий квест. Жалко, что пока мы на велике, у нас перегруз активно не качается. Ну, типа, мы же педали крутим на шифте, а мы же перегружены. Да, жалко, что кармашки убрали на велике, что немножко обидно, потому что, ну, там хотя было 8, что ли, слотов, но эти 8 слотов ты мог запихнуть что-то и радовался жизни. А теперь нет, теперь так не работает. Хотя, вон, какую-нибудь сумку на раму прицепил и вперед. Что мешает, непонятно. Так... Кстати, я попить хочу. Да, бутылки я опустошаю, потому что реально я не умею переливать ни чистую, ни грязную воду из бутылок. Привет, друг мой. Херня. Это только на дубины. Так, у ножей мачете нет наконечника, который можно взвесить. 188, 60, 108. Берем 188, естественно. Так, зачистка. Так, погоди. А, тут остались две зачистки. Давай вот это возьмем. Далеко ты находишься, кстати? 170 метров, принять. Да, да, здорово. Так, давай по цене. Так, скидываем сразу. Благо он обновился. И он сейчас у меня возьмет все. Так, трубный дробовик. А, я не помню. Револьвер я тоже не помню. Я в плане не помню, нужен ли для него этот, как его.
О, мы торгаш прокачали до 5 уровня. Но это пока что до 5. Что-то лампочки стоят вообще дешево. Я аж прям разочаровался. Ну вот хотя бы 300. Стоп, это не продаем. Это продаем вот так. Это забирай. Забирай. 4 светофора. Это тоже неплохо стоит. Ну, типа скорость. Я скорость не стал брать. Не знаю почему. Да, у нас тут еще 2 очков. На тебе 9 кресел. Катану держи. Вот тебе лампочки. Что-то я думал, они стоить будут дороже. О, 6 уровень даже. И 8 фонарей держи. Так, что у нас в итоге осталось? Давайте посмотрим, на что разбирается трубный дробовик. Нет, я сказал разобрать. Угу. Значит, тогда подожди еще. Если бы он разбирался на то, что мне надо, тогда мы бы это оставили. Так, модификация. Она мне нужна? Нет, я таскать луки все равно не буду, правильно? 11 тысяч. Неплохо мы наторговали. Кстати, на что разбирается револьвер? А, ну и револьвер держи. А, ну да, то, что разбиралось на топовые вещи, я это уже продал. Точнее, я это разобрал. Так, что у тебя в нычке? Лезвие не надо, пила не надо, детальки на дробаш. Можно, кстати, купить и разобрать. Вот это можно купить. У тебя я что-то хотел купить. Тетива точно не нужна. 7.62 делать, бег с оружием 44 калибра, в бою снижение. Ну, это я куплю, но не знаю насчет изучения. Вот это. Да. Тетиву, в принципе, да, но на разбор. Вот что я хотел купить. Руль для велика мне точно не нужен. Давайте. У тебя нет еще какого-нибудь интересного? А у тебя есть что-нибудь еще, помимо того, что я у тебя купил? Вот я бы вот этот взял в идеале. Но это 104 стоит. У меня, кстати, сколько? Давай. Но мне сейчас не хватит на то, что я хочу, правильно? Правильно. 1200. Чего мы можем продать? Ничего. Ну и хрен с тобой. Так, мы это скраб. Это мы используем 100%. Это мы, естественно, используем. Это мы в разборку. Магнум. Бег с оружием 44 калибра. В бою снижаю выносливости на 20. Че ты мне вообще даешь за эту фигню? Так, сейчас. Книги, магнумовские книги, где у нас? Greetings. Помолчи, вот они. Так, все патроны 44 калибра пробивают противника насквозь. Изготовление боеприпасов. А, ну это неинтересно мне. Я хотел бы сказать, что это интересно, но нет. Так, и ты, кстати, мой маленький, модификация, держи. Вот, завершить. Я, конечно, качаю кирку потихоньку, но теперь она ломаться будет медленнее. Это значит, что мы сможем больше добывать. Так, значит, сейчас на базу. Блин, зачем мне... Сейчас идем на базу, скидываем все, что мы набрали. Тут 120 метров... А, я знаю, что это за квест. Я его зачищал, это здание вне серии. Там на изи все вообще. Да, он слева от церкви. Я сейчас посмотрю внимательно. Да-да-да-да-да, все, это домик на изи. Там ничего ценного нету. Почему второй уровень? Без понятия. Кстати, вот пока я записываю... Ни одной кричалки не приходило. Как только я спускаюсь в шахту и начинаю хоть что-то делать, они толпами выносят мне базу. Почему так происходит, непонятно. Так. Сейчас мы скинем все самое необходимое. У меня там эти, наверное, уже готовы активно. Так, это мы скинули. Это, естественно, на продажу потом пойдет. 10 этих мы пока вот сюда возьмем. Патрики 5.56. А, у меня нет патриков 5.56, потому что они у меня здесь заряжены. Конечно же. 93, не, 93. Это много. Давай 160 хотя бы. Во, так. Ну и можем, кстати, вот это вот закныкать. Так, и все, получается, что у нас? Да, все нормально. А, канистру еще взять. А, канистру я скинул, как обычно, да? Я надеюсь, все на бензин, которого нет.
Так, тут у нас ни черта. Как у нас тут дела? А тут у нас дела неплохо. Не знаю почему, кто-то жаловался, короче, говорит, плат нету, плат нету. Каких плат нет, братан, плат дофига. Мы еще успеем, наверное, станочек какой-нибудь проапгрейдить. Как я обожаю стоги сена. Но восстанавливать питание я не хочу. Во-первых, это далеко. Во-первых. А во-вторых, задание ночью. Но плевать, я как бы, ну, на сейчасшнем уровне ночью, я думаю, на второго тира я задание это выполню. Он зачищен, кстати, полностью. Я даже не помню, откуда тут начинать. О, да, скоро это вспомнилось. Да, вот отсюда мы начинаем. Так, надеваем, одеваем, надеваем очочки. Не помню, где заход, скажу честно. Но не здесь. Ты гонишь, что ли? Я в тот раз заходил. О, вижу одного. Первый клиент на вылет. Башка отлетает, как мне это радует. О, видите, сейчас дали опыт. То есть до этого не давали опыт, а сейчас спокойно дали опыт. Это спуск вниз. Да-да-да-да. Ага. А там, короче, все проваливается к чертям. Мы сначала наверх пойдем. Чё за? Прикольно. О, вышли. Там нычка за этим. Это я уже, потому что я уже говорил, что я облазил этот дом. Так, тут ничего, там ничего. Выход на крышу где-то должен быть. Стоп. А, вот он. А, ты ё-моё. А как тогда пролезть так, чтобы не спалили? А, один спалил, один нет. Так, ну... А, но область еще не очищена. Я чисто вот это хочу залутать. Неплохо. А, это прям... Я думал, это чертеж. Короче, остался подвал. А он вот здесь вот. Ну, короче, если туда наступить... Стоп, подожди, тут стрела должна быть. Нет, показалось. Ах ты, сука. Выходи. Выходи, говорю. Паскуда. А, все, готово. Типа ты вот сюда падаешь, и тут тебя и съедают. Так, давай, во-первых, одеваем очки нужные. И лутаем все, что к полу не прибито. Ну, естественно, да, второй раз. Лутану это здание, почему нет? Так, у меня сейчас какой? Все еще 50, да? Да, эта собака тут... Вот это я лампочку все время забывал. Она тут все время. Так, начнем с первого этажа. Если наступать на пол, то ты проваливаешься. Демонстрирую. Да, все элементарно. Просто улетаешь к чертям вниз. Так, там нечего брать. Так, что? Кофе? О, кофе! Только в шахте. Ладно, это я потом все соберу. Потому что... Ну и тут я все соберу потом. Потому что сейчас мне это все не надо. Просто залутаемся, пока есть возможность. Как выходить только будем? Вопрос. Вот это вопрос прям на сотку, потому что тачку-то мы обыскать можем, но... 30 уровень, серьезно? Неплохо, неплохо. Ну и сейчас мы с вами пойдем на крышу.
Только сначала мы зайдем, наверное, на первую крышу. А потом пойдем на вторую. Да, сначала сюда зайдем. Кстати, я изучил вилку этого мопеда. О, смотри-ка. Ну, спасибо. Вот это использовать. Потому что эта тема топовая. Ха-ха! Робо-молот, спасибо тебе, друг мой. Робо-молот появился, да? Угу. Окей, хорошо. Ну, уже такие, знаете, интересные вещи падают. Робо-молот. Робо-молот это, не знаю, тема это или нет. Но у меня был чертеж на него, но я забил на него болт и не изучал. Не знаю почему. Так. Ящик надо забрать обязательно. Так, это выход в никуда. И фонарик забрать отсюда, чтобы потом сюда банально не лазить. Потому что здесь больше, в принципе, ничего нет. Этот фонарь стоит вообще копейки. Поэтому мы на него внимания даже не обращаем. Опа. Взрываем. Почему нет? Детальки дробаша. Интересненько. Так, тут ни черта. Это мы заберем. Еще один сейф? Нет, мне так не повезет. Так, ну это я все, естественно, разберу. О, повезло. Повезло, но не совсем, как я хотел. И ты можешь дашь мне что-нибудь ценное? Нет. Странно. Да, там бегает внизу один. Пусть бегает. Так. Да, я уже вижу, что лутать мне тут не перелутать. Вроде паутина, да, мешает очень сильно. Возьми. Возьми топор в руки. Блин. А тут должен быть оружейный мешок, если мне память не изменяет. Но я пока его что-то не наблюдаю. Он вроде стоял прямо вот здесь. Не? А. Нет, серьезно? Опа, думаю. На что? Изучить. Так, это что? 7.92? Пока заберу. Я не помню, на что 7.92. Банально. Банально не помню, на что 7.92. Так, дом на разбор сразу же. Так. Смотрим, что мы тут еще не забрали. Да, бегаем по всему, что не падает. Ты хочешь со мной подраться? 500! Разбитое окно. Ну давай. Мне просто лень открывать дверь. Отмычкой. Но я, кстати, сейчас все двери открываю. Специально потому, что надо. Ну, типа, зачем он это все делал? Вот, потому что надо открывать их, чтобы чисто прокачивать отмычки. Потому что, как бы, лишних поинтов у меня сейчас нету, а вкидывать их все в то, чтобы просто... Что здесь, блин? Чтобы открыть себе ненужные нахрен... Спасибо. А чтобы прокачать себе взлом, я не хочу. Я лучше прокачаю его при помощи... Открывание всего. Так. Ну, пока хлам. Да и, в принципе, хлам. Так, скоро я потом разберу. Это я на разбор отметил. Мы это разберем чуть попозже. О, еще шпилечка. Неплохо. Ну, восстанавливать питание пока не буду, как я уже сказал. Да не в квестах даже, ну просто в расстоянии. Если бы это было в этом городе, мы бы ночью собрались бы и пошли бы отхватывать звездюлей. В полном объеме в каком-нибудь стрёмном домике.
Давай, 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 активнее. Ну вот, три квеста выполнили уже нормально. Теперь у меня три дома на зачистку. Вечером будет как раз. Вот, я быстренько пробегу, соберу там все фонарики и все остальное. Снаряжу свой дробовичочек, и мы пойдем. Хотя дробаш у меня и так снаряжен. У меня там патронов до хрена. Я их не выкладывал, поэтому, скорее всего, из-за этого у меня легкий перевес. Вот, но да не страшно. Кстати говоря. О, бонус добычи. Я не могу купить тебя, потому что у меня денег нет, я бомж. Что я все бабки выложил. Вязаная шапка. Сопротивление. Ну, блин, давай возьмем вязаную шапку. Подожди, скажи, что у тебя есть какая-нибудь работа. Зачистка принести. А я тебя выполню, но уже потом. Потому что, ну, вне серии, наверное. Давай купим вот это. Это что, урон? Сбор трофеев у меня. Да, возьмем, в принципе, сбор трофеев. Это что такое? Бонус к макс здоровью 10. Брони крит урон 50. 200 к исцелению. Подожди, я же пришел к тебе зачем-то, да? А, нет, я пришел к тебе за данными. Во-первых, где там у тебя книги? Вот зачем. 1400, 1300. Давай по цене посмотрим. Это мы не продадим, естественно. Молоток у нас уже один есть, но мы это оставим. Че тебе продать можно? Держи вот это. Нам надо 1400, да? 1425. На еще ножик. 1400 нет. На еще лампочку. Ну, давай. Спасибо. Эй. Все, можем спокойно душой ехать на базу и скидывать весь лут и смотреть, что мы можем сделать себе. Там надо столы прокачивать обязательно, но бетономешалку надо сделать. Я вроде как смотрел, но двигатели я не нашел. Надо к торговцу, к другому съездить, тоже будет обязательно, и посмотреть двигатели, блин, у него. И, наверное, рискнуть своим здоровьем и всем, что есть, и попытаться лутануть. Нет, ту библиотеку большую я лутать буду, когда мы хотя бы, ну не знаю, когда у нас хотя бы, ну сейчас 51 этап добычи, нам надо хотя бы 65-70, чтобы туда пойти, чтобы с уверенностью находить уже нормальные для нас ресурсы. Так, это мы пока скидываем все лишнее. Да, два молотка уже хорошо. Мы тухлятины еще набрали, поэтому скорее всего... У нас сейчас будет все вообще прекрасно. Мы, кстати, бабки забыли продать. Так, давай посмотрим, чем ты чинишься. Сколько ты стоишь? 300. Сколько ты стоишь? 325. И чем ты ремонтируешься? Всего лишь 700. Я не знаю в плане, как он мне вообще. Нужен он мне будет или нет. Но вот то, что я могу с тобой что-то сделать, это по-любому. Так, тебя в хлам, тебя можно съесть, как раз отъедимся. Так, это в рецепты, это в рецепты. Тухлую воду я не дурак, пить не буду. Так, давай тогда обычные водички попьем. О, так, алоэ, давай скинем. Это что? А это семена алоэ. Подожди, что у меня, семян алоэ нету? Теперь есть. Так, а это в скраб. Значит, сюда идет фонарь-фонарь. Нет, стоп, это бабки. Кстати, как у нас с остальным наручем? Нет, вот здесь. У нас есть железная перчатка. Подожди, железная перчатка. И это железная. Зачем нам два? Правильно, незачем. Это я тебе пока оставлю. Модификации мы сейчас вот сюда скинем. Вот, пока пусть лежат. А полуавтоматическая модификация, и тут автоматическая. Какую-нибудь возьмем из них. Пока непонятно, какую брать лучше. Так, и бейсболку забирайте. Молот мы пока тоже скинем. Не знаю, пригодится. Может, в орду его. Хотя нахрена он нужен. Если честно, не знаю. 7.92, давай смотреть. 7.92. Чем кто у нас стреляет 7.92? Ты стреляешь 7.92. Так, давай смотреть. Дум. А, стоп, дуи. Дум. Вот. 7.92. Патрон Дум-Дум. Патрон с оболочной экспансивкой пули используют в качестве боеприпасов к огнестрельному оружию. Значительно увеличивает урон. То есть это чисто на урон. С учетом того, что у нас снайперка, мы используем. Вдруг мы будем херачить ферлов. 2, 4, 1. А обычный патрон?
Так, а обычный патрон здесь можно посмотреть. 1, 3, 1. А там 2, 4, 1. Ага. Подожди, а по поводу дума, они где крафтятся? Стол оружейника второго. Что надо для стола оружейника второго? Просто стол оружейника второго. И молоточек. Давай молоток возьмем. Подожди, а сейчас мы его поставим. Я просто, мне, ну, типа... Короче, если верстачок увеличится в размерах, то он нам расхерачит все. Че тратится? 10 книг, а нам надо 50, да? Ну, давай улучшим. Вот. А, все, ты второго уровня, да? То есть все, вот у нас 792, думовские патры. Вот также думовские патры. А, бронебойные патроны для пушки. Тут на камнях, а тут на свинце. Ха-ха-ха, прикольно. Тут есть СМГ, детали чести ПП нету. И калашников нам две детали надо. И вот ловушки, железные дротики. Так, мы тебя забираем. Ну, уже хорошо, да? Мы тебя забираем и ставим тебя обратно. Так, то есть железные дротики нужны, да? Что по взрывчатке? 7. Из-за скотча. Хорошо, базару зиро. Давай скотч. Сколько можешь сделать? 11? У меня клея нет? Чё? В смысле? Не понял сейчас прикола. Откуда у меня 11 клея? Я чё, клей не нахожу? Я столько лутаюсь, но не нахожу клей? Интересно. Давай. А, так, я кое-что хочу посмотреть. Вот. Думаю, что в Орду мне это пригодится, как и вот это. Да. А еще вот колодец есть. Для него нужно пустое ведро. Давайте, сейчас мы... Подожди, а лопата тут делается новая? Давай лопату сделаем. Так, и пустое ведро тут же делается, да? Давай ведро сделаем. Колодец нам поможет в том плане, что мы сможем хотя бы с ним более-менее веселиться. Так, во-первых, вот это 5 штук. Да, нам надо больше грядок. 5 штук. Раз, два, три, четыре. Юка. Нет, вот так. Тыква нахрен мне не нужна, а вот юка мне нужна. Мы из нее кое-что делать будем. Нам нужен химстол. Вот что нам нужно. Но до химстола нам еще ой как далеко. Так, это лопата Г-класса. Это лопата H-класса. Так, ты иди отсюда. Потому что, не дай бог, тебя сейчас разберут. И давай мне колодец. Все, спасибо. Колодец мы поставим на земле. И он будет нам приносить водичку. То есть воду лутать. Банки можно с собой пустые не носить. Он будет нам приносить воду, что, в принципе, приятно. У нас сталь... Пока нету стальных пластин, потому что у нас стол не прокачан. Кстати, а что надо для прокачки тебя? Забираем. Мы сейчас еще стол прокачаем. Ну, вообще прекрасно. Иди сюда. Просто если там синий молоток будет, то, ну, исчезнет. Так. Наковальня, ведро воды, это... А, ну и всякий хлам, давай. Все, готово. И второй уровень последний, то есть мы теперь можем делать стальные пластины активно. Ну, сказать, что мы идем семимильными шагами, ничего не сказать. Так, стальные пластины. Пустая топливная бочка, 60 топлива. Да, детка. Давай сделаем сколько? 148 нам не надо, давай 70. Для будущих ремонтов и всего остального. А, копья, топоры, лопаты, молотки. Стальная дубинка. Железная дубинка, да. Во! Сколько? 5 штук. А, давай тогда 50. Железо я накопаю. 250 штук. 250. Для одной такой... Это дротики, это не то. Для одной такой надо 9. То есть 5 на 9, 45, 6 на 9... 54. Еще 4 штучки. Объясняю. А мы сможем... Стоп, подожди. Верни мне. Где там эти шипы-то? Вот. Мы сможем, ну, сделав железо и наделав шестеренок, кстати говоря, наставить их везде по... Ну, как они приближаться будут. И она их будет долбить снизу. Так, только электроэнергия нужна к этому моменту. И я что-то забыл. Шестеренки. Во. Шестеренки. Во.
Тут делается одна к одной. Давай тогда два. Нет. 50 тогда. Сколько там шестеренок надо? По 10 на каждую. 50. У нас на 6 есть. А, ну как раз, на 6 ровно и есть. Железо не проблема. То есть, вон, о, кстати. Этот момент меня радует. И это, кстати, тоже горн, все, второго уровня. То есть железо, вот, у нас есть сталь. Можешь создать одну, но это потом. Да, железо я просто пойду накопаю и все. У меня проблем с этим не будет никаких. Вот. Вот это вот делать надо. Но тут тоже железа банально сейчас не хватает. Пластин. А пластины ты тоже можешь железные сделать. У нас с ними проблем нету. Есть прям много проблем. Ну да ладно. Так, сейчас у нас там все должно было быть готово. И мы сейчас это пойдем сажать. Нам химстанция нужна, чтобы хотя бы кое-как более-менее... А чё молотки не стакаются в этот раз? Кое-как более или менее сделать себе эти... Топливо. Но для этого нам надо набрать всего, чтобы топливо делать активно. 3, 4, 5. Так, что у нас тут? О. Собираем урожай, собираем урожай. Так. Это еще не созрело. Это еще не скоро созреет. 26 минут и все созреет, да? А, тут еще до хрена. Тут только вторая фаза роста. Ладно, окей. У нас блюд нету. Вот в чем дело. Дело в том, что у нас банально нету блюд. Так. Давай вот это заберем. Это пока сюда положим. Это мы сейчас найдем, куда пустить. 91 патрон. Я думаю, что 68 вполне. Итого, у нас ни хрена вот так патронов. Если быть точным, ни хрена. Нам нужен калашников. 52, и все равно, скорее всего, он заряжен не на полную. Ну, хотя бы так. Для винтовки у нас... Кстати, что у нас по модификациям-то... Автоматическом, полуавтоматическом можем запихать, я знаю куда, вот сюда. А, тут уже нет места. Сюда не установится. А только в автоматы и пулеметы. Шапку, кстати, модификация шапки. А, тут тоже нету. Кстати, что стоит нам шапку прокачать? Клей. А клея нету. А клея-то нету. Окей, надевай. Ладно, ну что ж, давайте на этом закончим. Я в следующей серии что-нибудь замутим. 3 квеста, в принципе, мы выполнили сегодня. Более-менее мы поняли, как наша жизнь будет дальше складываться. Вот, что, куда, зачем и как у нас с вами пойдет. Ну, естественно, много чего еще надо сделать. 270 шипов, Карл, я не на то рассчитал. Это 270... Ой. Ты поскольку делаешь шипы-то, братан? По 5. О, да, детка. По 5 шипов он делает за раз. Ловушки. Вот они. Ловушка с шипами. Одна. Почему? Потому что уже 20 железа на одну. И тут только 9 у нас будет, потому что у нас масла нету. А масло как-то крафтится вообще? Нифига себе. А я хочу такой костюм. Масло. Да, крафтится из масла. А как оно? Что он дает? Ну, непонятно. Можем изучить. А где оно делается? Химстанция. Смысла изучать нету. Может быть, даже найдем. Ну, а что нам? Какой прикол с изучением? Вот стрел 7 штук можно сделать, чтобы они место банальное не занимали. Тут у нас, кстати, веток мало становится. Но травы 3500. Я думаю, что нам этого хватит на ой как долго. Вот. Ну, а сейчас я пойду пролутаю железо, а утрецом сбегаю, заберу все... Ну, пролутаю все 3 здания, которые я отметил. Подожди, очистить область... А, подожди, я думал... Зачистка припасы, вот Ой, кажется, я знаю, что это за здание. Это охрененное здание. Зачистка там будет геморройная. Ты спускаешься вниз, если это... Я про то здание думаю. Да, это, похоже, то здание.
Это сарайчик, вроде как, и ты спускаешься вниз, по нему, наверх, а потом огромный подвал, и ты где-то внутри него вылазишь, кажется. Ну, короче... Нет, это вон то здание. Нет, это не то. Ладно, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.